Пришло время для сведения счетов. Аталы начал действовать. Кадир рассказывает о своем плане Зейнеп и Галипу. Это настолько рискованный план, что малейшая ошибка хоть одного из них приведет к краху всех одновременно. С другой стороны, и Вели не сидит сложа руки. Он связывается с Зейнеп и Галипом. Якуб, приставив оружие к голове Джемре, она на грани смерти. Дождавшись удобного случая, Керем нападает на Якуба и звучит выстрел. Керем, Джемре, Якуб и Эмвре оказываются забрызганными кровью. Зейнеп очень зла на Галипа. Она выплескивает ему в лицо всю ненависть, которую хранила много лет. Таким образом делает определенное признание насчет прошлого. Случайно Кадир подслушивает ее признание. Они разбередят его душу. И пришло время для сведения счетов. Адалы начинает действовать, в то же время начнется потихоньку раскрываться завеса тайны. Зрители узнают, из-за чего закадычные друзья Кадир и Вели стали заклятыми врагами. А насладиться очередной, а именно 7-й серией турецкого сериала «Столкновение» на русском языке вы сможете уже 3 января. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и комментируйте видео.